Всем привет! Меня зовут Михайлова Наталья. Я визажист и мастер по прическам. В этом видео я вам покажу, как сделать красивую растушеванную стрелку. Давайте начинать! Я буду использовать палетку теней Tarte & Bloom и обычный коричневый карандаш для глаз. У меня это вот такой от L'Etoile. Беру вот такой оттенок теней и буду наносить на все подвижное веко. Теперь берем карандаш для глаз и сначала подводим ресничный ряд. Наша задача растушевать вот эту верхнюю часть стрелки по направлению к центру. Заодно немного растушевываем линию ресничного ряда. Самый кончик стрелки можно растушевать вдоль линии. Я беру вот такой оттенок теней и добавляю его поверх растушеванного карандаша. Я не дохожу до графичной линии нашей стрелки, потому что здесь будет более темный оттенок теней. Беру темные тени и добавляю на внешний угол глаза и вдоль края стрелки. Растушевываем на предыдущий оттенок. Наша растушеванная стрелка готова. Осталось прокрасить верхнюю слизистую и ресницы. Если хотите, можно украсить макияж с помощью хайлайтера на внутреннем уголке глаза. Я возьму вот такой Smart Curl. Итак, мы с вами разобрали, как сделать красивую растушеванную стрелку. А если вы хотите научиться делать себе макияж на каждый день, у меня есть для вас видеокурс «Макияж для себя». Приобрести его можно через мой Instagram, ссылка в описании. Спасибо вам за просмотр, всем пока!